Здравствуйте, уважаемые друзья! Хочу предложить вашему вниманию уже опробованный вариант стримера «Малек», как я его обозвал, вернее, друзья его обозвали. Я изготовил уже огрузку из свинца, примотал в конце хвостика остатки люрикса, какие у меня были блестящие. Вязать мы его будем из вот такой синтетической пряжи. Полностью весь. И потом подстрижем и подкрасим. Крючок, как вы видите, удлиненный, с цевьем удлиненным, для того, чтобы мы не уменьшали здесь расстояние возле загиба, не было пустых поклевок. Я нарезал себе уже вот такие вот кусочки, которые будем мы использовать с вами при вязании. И теперь в районе хвостика я их собираю вот таким пучочком и здесь же в одной точке креплю. Чтобы у меня потом в дальнейшем вышел вот такой хвостик, когда подстрижем, подрежем. Беру другую прядь и снизу положу чуть меньше пучочек. Но также, чтобы был у нас уложен весь материал в одной плоскости. Вот так, как вам видно. И теперь берем клей. Хорошо промазываем, так как синтетика не очень крепко сидит на крючке, но очень крепкая, уже проверена вот такая пряжа в зубах хищника, очень крепкая. Я беру вот такой небольшой пучочек уже подготовленных, отрезанных мною, и укладываю в одной плоскости. Закрепили, добавили снизу. Как вы видите, получился такой импровизированный шарик. Теперь я все вот это волокно убираю назад, подтрамбовываю слегка, так как мы работаем с оленьим мехом. Единственная разница, что это вот у нас такая синтетическая пряжа. Промазали клеем. И укладываем вторую партию. Уложили, подвернули, подтрамбовали и промотали.
И так мы будем делать до самого колечка. Мы с вами подготовили вот такую немножечко бесформенную конструкцию. Теперь остается взять в руки ножницы, фломастер, придать форму, немножко подкрасить и приклеить глазки. Мы подстригли нашу рыбку. Я подстриг по своему вкусу и видению. А вы как сочтете нужным. Приклеил глазки. Расцветку можно ему подобрать, этому мальку, любую. Какие у вас будут спиртовые фломастеры. В дополнение скажу, что довольно-таки результативная приманочка. Можно делать и не зацепляйкой. И крючок можно изготавливать, чтобы шел вверх в зависимости от огрузки. Пожалуйста, используйте, как вам будет удобно. Благодарю за внимание. До скорых встреч.